Итак, привет, ребятушки, привет, мои родные. День номер два. И сегодня я, короче, мне повезло. Запустили неделю спа. Трассу, которую я, так сказать, начинал вообще ездить. С которой я вообще стартовал свою карьеру. Так сказать, свои тренировки, у меня все проходило на этой трассе, и я ее достаточно неплохо знаю. И сейчас я хочу посмотреть вообще свои возможности, потому что вчера на Имоле это был, ну, немножко трешачок. Я, конечно... Ой, простите. Где мой микрофон? Вот. Я, конечно, погорячился, поехал на трассе, на которую я даже не знаю. Вот. И, ну, типа, что я хотел, как бы, какого результата я ожидал от этого. Соответственно, сейчас я поеду на спа, трассу, которую я достаточно неплохо знаю, на которой я тренировался. Вот. И посмотрим, что будет здесь. Надеюсь, я здесь не опять не начну, блядь, попадать с этими киберкотлетами в первом сплите. Ну вот. У нас 7 минут до регистрации, короче. И посмотрим. 143 участника уже зарегистрировано. То есть это нормально. Минимум 5-6 сплитов будет. Посмотрим, а куда меня опять закинет. Если меня опять закинет, то... Я не знаю, что придется мне делать. Как-то, наверное, херить свою статистику. Потому что, ну, ездить с котлетами не очень интересно. И в итоге ты просто едешь последним всегда. Я тренировался здесь как раз на ферке. Поэтому, в принципе, ферка у меня настроена под эту трассу более или менее. Так что посмотрим, что, куда мы приедем. Ну, а вам хорошего настроения, берите чаечек, присаживайтесь, вот, и мы покатаем. Я надеюсь, что пару гоночек я вам запишу. Как сказать, я еще не катался сегодня, так что это будет первая трасса. То есть здесь 10 минут практики, 10 минут квалы и 10 минут гонка. Конечно, для спа 10 минут гонки, наверное, все-таки маловато. А вот следующие 18 минут, потом 21 минута, потом 16. Ну, то есть, почему-то я ожидал, что будет больше на спа, как бы, времени на саму гонку, хотя бы там минут 20-25. Ну, как видите, что есть, то есть, и будем пробовать ехать с этим, потому что 10 минут гонка – это... Круги там 2.20, грубо говоря, да, то есть это, ну что, 5 кругов и все, и вы приехали, 5-6 кругов. Причем, ну, не сильно, хотя трасса достаточно большая и, возможно, как бы, слишком много времени они тоже не хочу давать. Хотя тут сессия пишет 30 минут. Я, короче, пока не разбираюсь, как это все здесь. Куда смотреть? Так, 159 участников. Давайте мы, короче, регистрируемся. Держим пальцы, в каком сплите мы будем. Просто вот держим пальцы. Ну, пока меня закинуло в пятый. Сейчас оно через минуту поменяется, как обычно. Ну вот, и мы посмотрим, куда нас закинет. 7 минут до старта. Сейчас мы скопируем сразу этот, поменяем язык. Ну, если мы будем в пятом сплите ехать, то я думаю, что мы куда-нибудь и приедем. Надеюсь, не в стену на красной воде. Mixed класс, это я, короче, в этом GT3, GT4, ёптаю, ой, короче, ой.
попробуем. Если не понравится, то нафиг. Но нам в любом случае надо еще 4 трассы, 4 гонки проехать в Рокки, чтобы у нас открылась Элла, и мы уже смотрели, что куда дальше. Ну, в плане того, что может какой-то чемпик поедем. Я как бы очень хочу поехать в какой-нибудь чемпионат, хотя сейчас вроде как по прогнозам типа 2 или 3 недели будет перерыв. Вот, что типа будет так, мне нравится, я думаю, что может второй свет включать. Так получше будет или сильно засвеченнее. Да, как-то сильно я засвечен. Обойдемся одним светом. Ну, в пятом сплите я еду, отлично. Уже что-то. Уже не первый, второй сплит, где там эти, блядь, по 2.15, которые едут. Хотя, может, сейчас и тут такой же будет. Я постараюсь сегодня, короче, максимально без ругательств, потому что реально это прям напрягает. И смотрю, ребятки это не очень одобряют эти моменты, когда я горю. Так что сегодня попробуем на спокойном, лайтовом режимчике прокатиться. Как вам, кстати, моя Феррари? Как вам цвет? Пишите в комментариях, нравится, не нравится. Я просто, мне нравится белый цвет у машин, как бы, да, то есть, но и добавил немножечко розовенького, так сказать, чтобы было гармонировало с названием, так сказать, канала. И ну, вроде неплохо выглядит, вроде неплохо. Так, 4 минуты до старта. О, меня закинуло в шестой сплит. Уху, отлично. Вот это уже хорошо. Но вопрос того, что... Чё? Я что-то не понимаю, типа, меня что-то я не понимаю вообще. Ну, я выбрал GT3 машину, а где я вообще? Почему только 2 сплита показывается? Охуеть, тут чуваки едут. Голд, сильвер, бронза. Ёбаный Ну, типа... А где шестой сплит? А вот GT3. Ну, а чё? Серьезно? Чуваков тут 10 рейтинг безопасности. Блин, может я погорячился, ребят? Здесь ехать, а? Чуваки еще со своими ливреями, с какими-то, я смотрю. Платина, господи ты боже мой. А где вообще шестой сплит? Почему только 2 сплита мне показывает? И я вообще себя не вижу. Вот, теперь показывает мне шестой сплит. А, ну тут нормально. Бронза, бронза, бронза. Нормально. Здесь нормально. То есть все. Вот шестой сплит. Это уже хорошо. Еще даже седьмой есть. Пятый сплит. Там уже бронзы больше. Блин, у меня, короче, чуваки едут. Ребятки. 1.75. Рейтинг безопасности. 1.50. 1.60. Сейчас, короче, чувствую, будет больно нам. Ну да ладно.
Справимся. Главное, чтобы не убили где-нибудь. 200 человек. Ого, прикольно. Прикольно. Off-season Mixed Cup. Надо будет вам сделать мне, короче, в ОБС-ке, чтобы вы тоже видели серваки, все вот это, чтобы вам тоже включать. Чтобы вы не смотрели на Феррари, пока мы ждем. Ну, чтобы хотя бы видели мои вот эти все показатели. Нам осталось 0.7 до рейтинга SR4. Вот, так что, если мы никого или нас никто сейчас не убьет, то у нас уже будет рейтинг безопасности 4. Ну и вот 4 трассы, 4 гонки проедем и посмотрим, что будет с этим. С нашим Элла. Потому что вчера я посчитал, у меня минусануло где-то 350-400 Эллы минусануло за вчерашние 6 гонок. То есть это дохера. Сколько мне их в начале там даст, я хз, как бы, да. То есть. Может быть, я стартану с какими-нибудь 300 Элла или 200 Элла. Будет весело. Потому что, насколько я понимаю, что здесь не столько рейтинг безопасности, сколько Элла решает. Типа, куда ты попадаешь, в какие сплиты, как это. Ну, с богом, да? 10 секунд осталось, и мы стартуем. Так, у меня вот все включено. Так, педали подключены, руль подключен, все работает. Чтобы не было никаких сюрпризов. Так, сезон опыт. Сезон опен. Так, сплит 6. Опс. Поехали. Так, 21 температура. Это у нас... Фу, боже мой, не помню. Что, сейчас посмотрим, что там по трассе. Тридцать минут гонка. Оу, отлично. Ой, кайф. Вот это я понимаю. Вот это кайф. Так, температура с трассы 23-26. Так, у нас тут вообще все отлично. По топливу нам 10 кругов мы за 12 минут точно не проедем. Давайте вот так где-то сделаем. На 5-6 кругов нам, да, надеюсь, хватит. А по температуре где-то как раз таки, наверное, у нас трасса 26. Давайте 25,6 сделаем здесь. И здесь 25,2. Вала, поехали. Ну, хоть спа, хотя бы, блин, я очень рад, что я на спа поеду, потому что, ну, это одна из любимейших трасс, как бы, и я ее хотя бы еду. Правда, надо вспоминать, потому что я ее уже так достаточно долгое время не катал. Наверное, сколько уже, наверное, неделю точно. Поэтому надо вспоминать, но... Хотя бы я здесь знаю зоны торможения.
Сейчас чуть-чуть, ребята, что пропустим. Единственное, что проблема, мне вот этот вот первый поворот всегда тяжело дается. Да, вот он мне, блядь, всегда тяжело дается, я потому что ни хера не понимаю, где там надо начинать поворачивать. Именно торможение точку я знаю, да, но я не знаю точку. Ну, хуёвенько мы входим, на самом деле. Очень хуевенько входим, блядь. Еще это говно сзади напрягает, блядь. Ой, я как плохо еду. О. Я уже чувствую, что я сейчас поеду очень плохо. Мне кажется, резина не встала. Или нормально, сейчас посмотрим. А нет, резина прям идеально встала. А чё ж так меня это немножко подсносит? Три, бля. О, да. Оно потому что вот этот вот сраный поворот, блядь, мне не дается. Вот хоть убей, не дается. То есть я уже на газ должен был встать после апекса, а я почему-то встаю только уже здесь на по ребрике, блядь. Блять, вот как? Ну, сейчас я, в принципе, вспомню, как тут ехать. Ну, давай ты быстрее. Блять, не вписался чуть-чуть. Снесло мордашку и сразу потерял. Вот, отлично вписался. Ну давай, 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 давай. Давай, Антоша! 2.22. Ну, жить можно.
вот этот поворот вообще не дается мне, твою мать. Ну вот хоть ты убей. Я даже красную воду вроде... Ой, 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 поребрик, ой, ой. Все, блядь. Уехали. В смысле четвертыми? В смысле... Что, серьезно, ребят? Серьезно? Вот как надо входить в этот поворот. Вот. Вот, конечно же, я в него вхожу только тогда, когда я уже получил срезку и просрал. Давайте сейчас Мерседеса пропустим, потому что мы его не замедляли. Давай, братишка, лети. Слушай, ну вот я смотрю, по каким траекториям они тут едут, и, наверное, будет неплохо, если я буду пятым или шестым стартовать. Но я знаю, что я мог бы показать еще лучший результат. Как бы 2.21 у меня там почти низкие получается проехать. Вот, вписался на полном газу. Так, хватит нам еще на круг, хватит, сейчас мы... О, блядь, вот иногда я в этот поворот не вписываюсь почему-то. Иногда прям выкидывает меня за это. Так, тут надо тормозить намного позже. Почему? Потому что я уже в гонке еду. Я не еду в этих. Давай, 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 братишка. Давай, 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 поехали, Антоша. Ты вот, блядь, этот поворот. Ну вот, 30 секунд, ой, 3 десятки просто собрал на одном повороте, вот. Потому что я вот его... О, фуфу, не нервничаем, не нервничаем. Оп, 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 оп. Феркочка, держись, родненькая. Плохо, конечно, но пойдет. Восьмой уже, ну, блядь. Сейчас я вам привезу еще секундочку и будет нормально. Ай, неправильно зашел. Ай. Я здесь знаю эту трассу, где я теряю. Я эту... Здесь я знаю, где собирать. Я здесь знаю, где собирать. Ой, куда газ? Ой, ну что ж ты делаешь, блядь? Ай, на секунду почти вывез. Ну, блядь. Ну, все, все, я растерял все. Давайте хоть довезем, чтобы хоть, может, чуть-чуть это повыше поднимемся. Да, 2.21 низкий у меня выходит, плюс-минус. Сейчас еще, если на этой шикане. Вот, еще здесь, смотрите, полсекунды собрал. Нормально. Ну, то есть я 2.20 мог бы приехать. А, неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо. О, боксики. Что у нас там по давлению? Быстренько посмотрим, что у нас по давлению. 26,8, 6,9. Так, давляк отличный. Топливо 30 минут по 2 минуты. То есть это 15 кругов. 3,5 литра на круг.
То есть 10 кругов это 35 литров. И еще половину. Ну, короче, где-то получается 70 литров нам надо, да? Подожди. Нет, это 35, это будет 20 кругов. Можно 60 литров залить, наверное, да? 3,5 литра на круг, 10 кругов 35 литров, плюс еще 20 добавим, 55. Пускай будет 60. Так, сохранить текущие результаты. Топливо поставим на всякий случай. До двадцаточку долить, если мы поедем вдруг через пит-стоп. Так, здесь у нас все по шинам хорошо. Девятым стартуем мы, девятыми стартуем. То есть, хотя еще половина не доехали, может быть и это. То есть первый едет 2,18 высокие. То есть, в принципе, мы, ну, за десятку можем бороться, по идее. Постоянно забирают мой 15-й номер, вот постоянно. Мне ни разу не попадалось. Я, короче, наверное, делаю 150-й, чтобы попадался номер. Или как это вообще работает? Объясните мне, пожалуйста, в комментариях, чтобы мне вот, ну, номер машины, свое число у меня было всегда, ну, одно, а не то, что у меня постоянно разное и как это, то есть какое. Я видел там у Денчика 777, три топора, как бы, да, он ездит, а я ставлю там 115-е, и у меня все равно какое-нибудь вот сейчас 9-е. Верстаппен? Серьезно? Что это за бред? Это же не тот Верстаппен, о котором я думаю. Ребятки, нет? Я надеюсь, это не он. Это может какой-нибудь плагиатчик. Ну, теперь самое главное это проехать красную воду и после красной воды вот эту первую шикану. Вот, после нее уже там подрастянутся немножко, там уже будет получше. Воробьев, о, я смотрю, тут еще русские едут. Волхонский какой-то. Может, тоже наш парнишка. То есть 2,20 высокие я, в принципе, если подсобраться, даже 2,20 средние я могу собрать с этой трассы сейчас на данном скилле. А это уже неплохо на самом деле. Ну, для меня, для моего уровня, с учетом, что 2,21 высокий я до этого ехал. То есть секунду я еще уже могу собрать. А то я вчера руки опустил после этого, блядь, имелу, после этой, как бы, блядь, потому что, ну, я думаю, что за бред, как я так еду, что это, откуда вообще это берется? Но с Богом, держим пальчики, так сказать. 30 минут это достаточно хорошее время, мне нравится это время и надеюсь, нас не сломают и мы поедем, ну, в первой десятке, потому что говорили, что как раз с первой десятки и Элла поднимается, типа, ну.
Блять, надо было на третью сбрасывать, а ты на четвертой поехал. Тут самое сложное, вот. Первая куча. Какая первая? Что ты делаешь, Антон? Ох, вот это у меня адреналинчик зашкаливает. Вот это у меня адреналинчик зашкаливает. Нифига себе. Нифига себе у меня адреналинчик. Аж это. Сердечко под это. Дук-д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 ук. Вот что это первая нормальная моя гонка, я бы так сказал. Ну, чувачок этот. Сейчас мы попробуем его. Он вроде чуть-чуть помедленнее. Побоялся, еще видите, не чувствую габаритов, побоялся его убить. Блять, пережал тормоз, ошибки делаю. Давай, 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 Антош, надо бороться. Не сдавайся, то ты сейчас будешь отбиваться от этих. Блять, не заезжай на этот сраный поребрик! Я лучше прошел, чем Астон. И у меня трясутся ноги, блять, вот это хуже всего. У меня трясутся ноги. Это очень плохо, почему? Потому что... Это мандражик, ребятушки, это мандражик. Вот он, мандражичек. Блять, ну третья, какая вторая? Ну что я делаю? Какие-то ошибки. Ебать напряжение. Это я еще могу за подиум побороться, что ли? Конечно, за подиум побороться. Хе, придумал, блядь. Сорян, чувачок, сорян, сорян, сорян. Езжай, езжай, я тебя пускаю. Ёбаные мерседесы, как я вас, сука, ненавижу. Хорош.
245 у меня на выходе с Красной воды. 247-249 у топов на выходе с Красной воды. Так что, в принципе, ну, терпимо, как бы. Чувак, ты, блядь, меня замедляешь, заебал. Нас там уже догоняют, братишка. Ну вот еще, понимаете, еще проблема в обгонах. Вот он меня, видите, как замедляет. И я ничего с этим не могу сделать, потому что, блядь... Я сейчас начну ошибаться. Хорош! Хорош, Антоша! Ну все, теперь сраного Мерседес отбиваться, блядь. Блять, я здесь лучше прохожу. Минута 21,8. Неплохо. Блять, ну что? Сука, ебаный этот поворот, ребятушки. Я не могу научиться его проходить. Хоть ты, блять, меня убей. Так, пришлось подсбросить, потому что я здесь побоялся. И Мерседес меня сейчас догонит. Ну, до третьих я, наверное, не достану. Блядь, сильно потерял здесь скорость. Нифига себе. А это стабильность, понимаете? Это вот все дело в стабильности. Сейчас вот будет решать только стабильность. А я, блядь, как черт не попадаю в повороты. О, этих что ли там развернуло? Пришлось чуть-чуть подсбросить. Плохо вошел, растерял нахуй. Вот моими, вот моя минута 21 низкие. Блять, там эти ребятки уехали от меня далеко. Ну теперь, если там этот будет пятый с шестым бороться, блять.
Нет, не попал вообще. Ой, сюда не попал. Блять, Тошик, давай не это, не пороть хуйню, пожалуйста, братишка, а? Это же спа, это же спа, это твоя любимая спа. Вот если бы там не растерял, уже бы было, блядь, секунда. Ну хотя бы я в шестом сплите еду, а не с этими, блядь, котлетами, ну. С этими котлетами. Ах, было 2.20. Ах, было 2.20. Надо еще попробовать позже поворачивать. У меня есть ощущение, что я рано сворочаю. Пришлось приспустить, блядь. Срезку получил. Ну, время не выиграно, слава богу. Во, вот она траектория нужная. Вот она, я уже чувствую. Здесь хорошо зашел. А вот здесь говно зашел или выскочил? Да, говно зашел. Так, ну 4 секунды до меня. Если я буду в этом же темпе ехать, то они меня не догонят, как бы, да, то есть. Ой, там кто-то спереди выскочил, что ли. Ох! Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох! Тише, что это было? От чего меня? Ой, извините, ребятки, что я кричу. А чё меня закрутило? Блядь, 10 секунд. И сразу, оп, полсекунды просрал я, блядь. Потому что скорость дерьмо была на выходе вообще. Блядь, секунда, вот уже проебываем. Что ты? Что происходит? Я проебал резину уже, что ли? Или что? Я не понимаю. Что, что блядь, происходит? 2 секунды уже. Вот оно, ребятки. Вот оно. То, что говорит о том, что... Стабильность. Стабильность. Чувак едет, не ошибается, я еду, ошибаюсь.
Блять, у меня сейчас еще 20-й будет тормозить. Успокоиться и в принципе ехать как едешь практику и все. У меня на практике нормально все получается. Чуть-чуть зачем отпускал газ? Сраный Мерседес меня догоняет. Макларен, блять. Спасибо, братик, это прям вообще отличный ход был. Срезка была или нет? Была срезка. Ну одна, ладно, одна можно. Ох, 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 не попал. Блять, как же я не попал в этот поворот. Я не еду, что-то я перестал ехать, видимо резинка чуть-чуть подушаталась и все, и я перестал ехать на том пределе, на котором могу, на каждом этом теряю. Причем нихуя себе теряю. А за вторым, за третьим держусь. 10 секунд, так и была разница. Значит, он тоже теряет. То есть, если подсобраться, можно, да, попробовать его даже догнать. Не понимаю, почему вот тут меня начинает заносить, когда я вообще без газа еду. Ну, то есть там еле-еле его держу. Вот так надо заходить в этот поворот. Ну, нет, не так. Да, будет обидно, если мы сольем. Чуточку пришлось, прям чуточку скинуть, прям. Давай, 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 Сантош, собирай. Мне кажется, если нормально еще это немножко мне
сетапик подсобирать, как бы, да, то я 2.19 здесь поеду. Мне так кажется. Ну, то есть, по ощущениям. Я где-то, конечно... Или меня вот научить тот поворот первый проходить. Блять, подспустил газа. Ну, я прям подсобрался и уехал от Мерседеса, от Макларена опять. Блять. Тихо ты, ебаный. Личный рекорд, ребятушки. Опять срезал, что ли? Хорошо, газ отпустил. 4 круга, грубо говоря. 4 сраных круга, и мы финишируем четвертыми. Что-то я побаюсь вот здесь открываться. Хотя видел, что даже тот Костян, как он здесь едет, ну, агрессивно. Я вот рано газ нажал. Ну что такое, Антош? Отыграл и опять слил полсекунды. Да что ж такое? Тох, соберись, ну ёпта, секунда! Блять, ну сделайте вы там Макларен ошибку, ну что только я могу их допускать. Блять, вот она. Вот она ошибка, которая будет стоить мне целую секунду, блядь. Да. И вот еще одна ошибка. Ну что ж такое ты, кот? Ну доведи, блядь. 2.5 секунды. Сука, да ошибайся ты, конь! Ну, я не про себя, я про него. То есть он тоже где-то 2.20 едет. Ай, блядь! Ой! Ой, все, короче, блядь, сплакало мое 4-е место, нахуй. Ну ладно, хуй с ним. Там он, ребятки, впереди тоже ошибаются. Может, мы сейчас еще и не потеряем. Это же СПА, тут еще, кроме как догнать, нужно еще и обогнать. Но он уже догнал. Блять, нахуй я так
На этот сраный поребрик лезу. Я уже его вижу в зеркале заднего вида. Но... Да что, блядь, блокирую тормоз, ёб твою мать! Сука, ну проеби, блядь! Ну, да пиздец, 10 кругов держал позицию и, блядь... Ну, это вот стабильность, ребятушки, нахуй, это стабильность. Он уже вон там, блядь. Рядышком, нахуй, 2.5 секунды, блядь. А это какой-то другой, что ли, уже? Ой, срезочка. Похуй. Сейчас знаете, что будут, блядь, бояться ошибаться? 100%, ребят. Да, 100% я вам говорю, что сейчас буду бояться, буду, блядь, ошибаться, нахуй. Так, вроде хорошо. Ошибаюсь, очень сильно ошибаюсь. Это мне еще один круг надо будет ехать, или этот круг достаточно?
Блин, ребятки, вот это будет эпично, если это последний круг. Но нет, у меня еще один финальный круг. Получилось резко, хорошо. Тут мне так нравится ее перекладывать газом, так это прикольно, как бы, ну, ощущается. Девять секунд, ну. Если ничего, блядь, не произойдет со мной, то. Я третьим еду? Да ладно, блядь! Нахуй я вот на это смотрел? Ой, зачем я на это смотрел, ребятки? Ой, у меня там все трясется. Не пойму, я третьим еду или это потому, что кто-то приехал, так считается. Я не верю просто, я просто не верю в это, блядь. Я третьим приехал или каким? Повтор. Сохранить. Я не верю. Я приехал на подиуме, ебой, блядь, ни хрена себе. Причем не боролся практически, да, то есть. Бля, нифига себе. Неплохо. Фу, я вообще весь мокрый. Ну, вот, видите, да? Спа. Типа вот. Ну, вот. Интересно, что со вторым случилось? Сейчас мы с это... Сейчас оно закроет сервер, мы выйдем, и я повтор чекнем с вами вместе. Мне аж самому интересно, блядь, как это я. Как это я, блядь, в первую гонку без, ну, так сказать, без раскатки, без ничего. За сегодня первая гонка у меня, и я приехал в подиуме. Что там случилось с чуваком, я не знаю. Причем, все, можно выходить. Так, надо еще раз повтор сохранить. Этот повтор сохранен. Выходим. Я наушнички сниму, вот, выходим, так, главное нам его найти, сетевая гонка, офф-сезон, сплит 6, повторы, гонка, играть. Поехали, посмотрим, 30 минут, я вас еще немножко потомлю, так сказать.
И мы посмотрим вообще, как у меня там так. Где наш вид? Сейчас я вам включу индикацию, чтобы вы видели. Испугался здесь я его, и поэтому я так понимаю, что проехал мимо. Вот там уже кто-то ДТ получил, видимо, за старт. Ты я каким стартовал? Девятым? Да, девятым стартовал, приехал третьим. Вот видите, за счет того, что стабильность. У кого-то ее чуть-чуть больше, у кого-то ее чуть-чуть меньше, и вот оно к чему приводит. Но я здесь смело мог 2.20 ехать, даже в средних. Но нету стабильности, понимаете? Если бы я ехал 2.20 стабильных, то я бы еще, наверное, и именно даже боролся бы за третье место, а не ждал бы, пока он ошибется. Но это гонки, здесь свойственно всем ошибаться, и на этом как бы, да, то есть я никого не обгоняю, темп у меня слабенький, но за счет того, что я чуть-чуть стабильнее еду, чем другие, вот, меньше стараюсь допускать ошибок, я приезжаю, а они нет. Стратегия. Ну тут видно, что я быстрее Астона намного, ну как бы видно, что я его догоняю. Волконский. Сейчас мы посмотрим в результатах, наш это чувак или нет на Астане. Но он потом ошибся и откатился. И, конечно, я, блядь, горячился, обогнал и пропустил его. Мог, хотя мог ехать. Как бы это я, ну, я же его не убил, ничего. Вот он, сука, лучше входит меня вот в этот поворот. Вот видно даже. Надо, короче, я сейчас вот эту неделю будет эта трасса. Я ее буду мучить, и я научусь этот поворот нормально в него заходить. Нормально, красная вода, нормально. Не всегда, конечно, она у меня нормальна. Где-то она у меня нестабильная, но в целом. Я вам хочу сказать, сколько там 12 кругов мы проехали, да? И только парочку раз я в нее не попал. Долго вишу на тормозе вот в этом повороте. Здесь нужно тыркнуть и сразу же газ. Ну, короче, если мне повезет, то, ну, если как бы, если мне повезет в плане того, что если я буду полноценно как бы играть сейчас, катать здесь на спа всю неделю, то я думаю, что 2.19 каких-нибудь высоких я смогу здесь поехать. Здесь красиво я его обошел. В принципе, он ошибся и без столкновений, без ничего. Это классно. Мне кажется, я очень сильно торможу. В принципе, выход неплохой.
Говно вообще этот поворот вообще. Не попадаю в него от слова совсем, блин. То есть точку торможения я знаю, вот эта вот табличка сотка, а вот как из него выходить. Ну, нормально здесь, на тоненького еду на воде. Этот на седьмое место скатился. Астон. Посмотрим, давайте посмотрим, как едет первый. На, ну Мерседес, что типа, как бы, что тут. Вот эта ферка ошиблась, по-моему. Ой, ламба вот эта, по-моему, ошиблась. Но она ошиблась где-то. Еще вторым едет, еще вторым едет, еще вторым едет, вторым. Вторым. Вот здесь. А что с ним случилось? А зачем он в боксы поехал? А зачем он поехал в боксы? Так, вот этот Мак ошибся, потому что ехал потом за мной. А, у него ДТ тоже. Ему тоже на ДТ. Ага. И все, и потом Волконский вот этот и будет ехать от меня в 10-9 секундах. Ну, конечно, у меня скорость здесь намного выше выхода из поворота. Ну, этот меня даже... Вот последний круг, да, получается? А, да. Он меня даже не видит. То есть, ну, нормально. Там отрыв очень большой. У этих тоже борьбы, я так понял, не было. Давайте посмотрим, ну... Начальную борьба была какая-нибудь вообще борьба за первое место или нет? А, ну то есть он как стартовал. О, ну сразу ушел. А подождите, а я не понял, а как это так вообще? Ну вот, старт. То есть он просто уехал сразу в эти. Космос, да? Ну, ему хули, ему никто не мешает спереди, да, естественно. Вот он там, чувачок. Оп, срезочка получилась у него сразу же. Вот этот меня доставал. Тут, конечно, и как я здесь выжил. Сейчас уже ж кого-то развернет, по-моему. Да. И, по-моему, развернуло на красной воде, да? Кого-то. Да, там. Охо! Хо-хо! Тихо, давайте посмотрим. Это кто у нас был? Это у нас было Феррари. Вот это синяя, да? Нет, это был у нас Порш. Да, Порш кого-то бахнул. А кого он бахнул? Макларена. А, ну ферка просто перетормозила. Ну это здесь... Здесь, ой-ой-ой, здесь, конечно, жестко, жестко он убил Макларена, жестко он убил Макларена. Чувак третьим стартовал, а приехал там вообще, короче, каким непонятно. Ну да, ферка очень сильно перетормозила. Ферка очень сильно перетормозила.
непонятно чего, типа он боялся, что его Мерседес... А, ну он испугался, что его Мерседес зажмет, да, он просто бахнул в тормоз, испугался, что его... И остался живой, причем на втором месте. Жестко думал, что его бахнет этот. Ну все, он просто уехал в боксы и даже не это. Давайте посмотрим последний свой круг. Крайний. Вот. То в принципе получается, что... Ну ошибки, ошибки, а чё? Бля, я вообще на такой здесь на 60 хожу. Ай, бля. Здесь, по-моему, 90, что ли, или... Или сколько надо входить? Это все для вас, ребятушки. Повтор финишного круга на подиуме. Хоть и шестой сплит, если бы я ехал в первом-втором, хрен бы я там видел вообще первую десятку. Но... Здесь чуваки тоже как бы, ну, чуваков рейтинг есть. То есть кто-то... Для меня-то это вообще первая гонка, ну, на этой трассе, именно в онлайне. Я здесь еще ни разу не ездил с игроками на спа. Ну вот. Победа, ребятки. Пусть и такой ценой, но я считаю, что это победа. Так что вот для вас контентик. Вам спасибо большое за то, что вы смотрите меня. Лайкосики, пожалуйста, поддержите меня. Подпишитесь на меня, если вы еще не подписаны. Ну и, так сказать, вперед к следующим победам. Спасибо вам и хорошего дня.